27 августа – День российского кино. Синема, 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 от него мы без ума. В каких кинохитах засветился Ярославль, а также кто и как подбирает актеров для фильмов, узнаем только в самом добром. Думаете, быть уборщицей – это неинтересно и непрестижно? На свою голову мы решили сделать с этой профессией настоящую компьютерную игру. А иногда даже профессиональное ралли. Вам точно понравится. Что поют победители? Услышим в нашей студии Анну Романовскую. И это еще не все аргументы, чтобы завтра включить свои телевизоры с 7 до 9. Начинайте свой день вместе с самым добрым утром. И тогда он начнется с позитива и уж точно раньше, чем... Кофе! Кофе!